Всем доброе суток. Приехали утки, сука, сидел здесь, кошмар. Камушки положил тут. Каюр никак успокоиться не может. Да, вон они сидят там. Там чуть отлетели. Еле остановил. Тут что-то они таскали, траву. Бреднем, что ли, водили. Вон они. Полетели, да? Кря-кря. А где Чеза у нас? Чеза! Хитрованка. Чеза, Злата! Там. А, вижу. Утки сидят, да? Там делают пансионат или санаторий, не знаю. Там трактора все убирают, деревья, берег делают. Скоро вон еще утки взлетели. Вон их сколько. Ну понятно, вытесняют животный, птичий мир. Поэтому Ческа летит. Тихо, потихонечку зайди. Вода нормальная, но тут не очень айс. Айс, айс, бэйби. Улетели, я их прогнал. Они меня увидели и испугались такого страшного. Пошла. Тоже утянется. В своем роде. Где Чес? Ищи. Искать. Ческа. Ческа. Пойдем со мной. Я в труселях, нормально. Ой, бубенчики все намокли. Злата! Ческа, иди-ка. Давай. Ческа, ты преданная. В Карелии везде за мной, за лодкой. Ой, молодец, на чистое попал. Давай искать, там его много. Давай. Вот так вот, конец августа. Какие последние выходные, не последние. Дни-то все. Потом осень, сентябрь, каюр. Не застрянешь ты там в тени-то? Такая интересная. Когда лайк так и по тени, там вообще тяжело плыть. А ничего, что я один стою тут это, в труселях? Каюр, иди ко мне. Каюр, иди ко мне. Каюр, ко мне. Каюр. Злата. Не хочет. Белка его будет топить, он поэтому. Ческа, пойдем. Чес, пойдем. Пойдем со мной, пойдем. Вот, поплыла. Я уже по пояс стою, да? Молодец. Пойдем. Тут песочек. О, по-чистому, против течения. Каюр, пойди ко мне. Иди ко мне. Молодец. Злат, иди ко мне. Молодец. Каюр, ко мне. Всех плавать застал. Злат, иди ко мне. Златка. Пойдем. Там тина. Сейчас будет чисто. О, белку не загонишь. Вот Златка. Теневой образец. О, по тине плывет. Так, физкультура. Доктор сказал плавать, мы плаваем. Уток здесь разогнали, все. Перелетели, небось, на то наше место. Грязноватенько. Ну, то есть, тина, травы такая поднимается наподобие что-то ила. Болотистый такой, вот этой жижи,
грязи немножко. Это дальше песочек. Москва-река у нас всегда вся в песке. Но, учитывая того, что заболачивается, воды до этого давали много, она была вот здесь, вода стояла. Сейчас это все высыхает, начинает и пахнуть, и это... Бел, ты накрутил опять все деревья, господи! Все то, что могла обкрутить, ты обкрутила. Пойдем. Вся в репье, чихуе-хуахуе. В камыши. Иди лучше в камыши. О, аж на ту сторону тебе хватай. Вот так вот выгул небольшой. Остывание. Сейчас поеду доделывать квадрик. Дособираемся Егором. О, дерево кто-то посадил. Угу. Молодцы. Не все рубить-то. Да? Ох ты, напутаешь сейчас его здесь. Не повредить, чтобы его... Эти в воде копаются что-то. Здесь вот хорошее всегда место было. Ну, песок люди берут, копают, потом... Машина сюда провалится. Зря. Раньше вон там чуть брали в стороне. Куда? Куда собрались? Гладьте все. Влад что-то ищет. Чеза! Пусть они там мышей. А так бах и все. Машина кирдык легковая вообще отсюда не уедет. Ловушка. Для... незрячих водителей и пьяных. Кто не видит, ничего не увидит в этот момент. Ух, ух, под это дерево опять. Здесь, да. Палатками стоя. Палатка стояла здесь с палатками. Сидели. Щенков сколько сюда перевозил. Тайгу, котерки, матерки. Все тут было. Да и будет. Что, ничего никуда не уходит. Племенную работу никто не отменял. Мы все в племенной работе. Идем на улучшение. Все лучше и лучше надо улучшать, улучшать. Дай бог, сколько на мой век хватит. Вывести собак. Оставить продолжение. Столько хватит. Поколение 3-4 то я еще смогу, наверное, протянуть. В зависимости, как будут жить собаки. Какой век у них. Ну, у людей будут, кто помоложе. Где-то 84 уже. Еще год-два. И надо на пенсию уходить. Да? Кюрбан. Что там утки? Незабудки. Все, улетели. Да, Каир? Шпиндель. Шпинсель с ручками. Единственное здесь, что всегда на этом месте всегда нет тенечка, кроме вот этого дерева, оно уже подросло. Ивняк этот, все вот это вот. Прятаться негде. Вот. А как темнеет, холод неминоверный. Вообще, ух, холоднюга около воды. Все заковырялись лайки в работе. Позанимались сейчас. Я сейчас тоже чуть обсохну, да, поедем домой. Камыши только ходуном ходят. +25 на улице. Вот понаблюдает за своей стаей. Да. А то вдруг охота, а ты уставший. Пусть эти суки работают, да? Кобели пусть отдыхают. Как в этом, в анекдоте, да? Дед,
Ты чё, вот все сидишь, на гармошке играешь, баба твоя пашет в огороде. Туда-сюда. Не постоянно. Она пашет, а ты всегда расслабляешься, такой, отдыхаешь. Он говорит, вот понимаете, вот наступит война, а я уставший. Вот как воевать? Так же и здесь, да, Каюр? Вдруг лось, а я уже силы потратил. Не, у западника такого, конечно, нет. Он очень, что-то на что-то накололось. Очень выносливый западник, западно-сибирская лайка очень, конечно. Восточники выносливые эти. Ну, как всегда говорил, русско-европейские лайки – это собаки выходного дня. То есть она выкладывается. Они ранние собаки. Выведены они из западников породы. Это. А собака… Есть и крупные риелки, но если выше стандарта, они больше к западникам, бывает, на западников выскакивают. Вот. Ну, не проходит по стандартам. Они тоже выносливы. У меня Алтай был, который повесился на цепочке, которую я отдал охотникам в охотхозяйство. Вот. И... А так, риелка, конечно. У меня был чин, но собаки выходного дня. То есть, выходные день, два ты с ней максимум по зиме вот выкладываешься, а потом собака неделю отдыхает. Она уже не та собака, она уже нет той прыти в охоте, что ты на протяжении всего сезона изо дня в день входишь, и она постоянно с тобой. Она не будет так делать. Собака уже не та, собака делает уже не те поиски, не то рвение что-то искать. А западнику пофигу, все помнят старые видео, это изо дня в день я с ними в лесу, изо дня в день. Хоть бы одна собака отказалась идти в лес и что-то не находила. Всегда в работе, всегда в активе. На 300% они работают, ни себя не жалея. Все силы вытягивают, все жилы тянут из себя, лишь бы они просто кайфуют от этого. Это западник. Но с ними немножко тяжелее, чем с русскими. Потяжелее по характерам, по поведению, по всему остальному. Ну, а про карелок я вообще говорить не буду. Ее по-хорошему, по хорошей зиме носить. Они злючие, конечно, характерные такие собаки, хорошие. Или шпицы, да? И этот. А, ну, их так вот снег, это носить в рюкзаке. Ну. Вот. А так они работники тоже хорошие. По глухарю, по лосю, по лосю, по птице, по белке, куницы, они молодцы. Сейчас их как-то переименовали, все сделали по-другому. Все переделывают, переворачивают сверх на голову. Для чего непонятно, не от большого ума. Будем надеяться, что власть у собаководства везде все поменяется. И вернемся к старым русским традициям и в охоте, и в собаководстве. Да? Не будем мы жить-поживать, может быть, не в этой жизни, но может какой-нибудь другой. Все, всех обнял. Вон сколько. Нет, это коряжник, это мутки, да. Этот. Всех обнял. Всем пока. Еще одно видео. Очерк с речки. Август 24-й год. Всем пока.